В областной школе высшего спортивного мастерства состоялся 14-й открытый кубок Харькова по прыжкам на акробатической дорожке. В соревнованиях участвовали рекордные 226 спортсменов из Днепра, Каменского, Николаева, Полтавы, Мелитополя и Харькова. Мы стараемся сделать соревнования такими, чтобы к нам приезжали. И в этом году нас поддержали как никогда. Наверное, потому что мы любим свой город и стараемся развивать этот вид спорта. Он очень популярен стал на Украине. Этот год мы заканчиваем на хорошей ноте, потому что у нас в этом году 3 чемпиона Украины. Александра Каракуся, Даниил Шутенко и София Теплухина. Все они в этом году становятся членами сборной команды Украины в соответствующих возрастах. И Александра Каракуся участвовала на чемпионате мира, показала максимум своих возможностей, все, что она могла показать. И работаем на перспективу теперь. Победители и призеры этого традиционного предновогоднего турнира определялись в 7 возрастных категориях. В элитной группе по программе мастеров спорта первенствовали воспитанники городской комплексной детско-юношеской спортивной школы. Статус главных фаворитов подтвердили победитель юношеского чемпионата Украины Даниил Шутенко и абсолютная чемпионка страны среди юниорок, участница чемпионата мира Александра Каракуся. Шутенко опередил ближайшего конкурента Даниила Гажу из Каменского на 1 балл. Преимущество 15-летней Каракуси над серебряной харьковчанкой Екатериной Жуковой составила 1,5 очка. Чтобы добиться именно такого результата, во-первых, надо каждый день работать на тренировках усиленно, также подкачка обязательно, растяжка должна быть. И, естественно, тренер. Я даже скажу, большая часть работы – это тренер и большая часть успеха. Среди кандидатов в мастера спорта вне конкуренции были харьковчанин Денис Минайлов и Вероника Королева из Днепра. В младших категориях сильнее проявили себя местные спортсмены Ксения Платицына, Михаил Макаров, Назар Колесников и Карина Галафаева. В медальном зачете открытого Кубка Харькова городская комплексная ДЮ США победила с большим отрывом. Второе и третье места заняли сборные Каменского и Днепра соответственно.